господа, самолет начинает снижение. Никогда не пейте перед полетом. Вам помочь? Погода отличная. Желаем вам хорошо провести время в Акапулько. Надеемся на скорую встречу. Он сказал Акапулько? Вы перепутали рейс? Я был в вип-зоне аэропорта Кеннеди. Пил с другом, а потом... Вот дерьмо. Так, где же пакет? Пакет у тебя? Я вижу пакет. Есть разговор, мистер Бут. Пакет у тебя? Какой пакет? Любовь моя. Нет, любимый. Простите, могу я одолжить своего жениха? Спасибо. Жениха. Слушай меня, или нам обоим конец. Что? Что? Беги, беги, беги! Вас приветствует Акапулько. Ты кто? А кто они? Доверься мне. Довериться? Может, ты одна из них? Я пытаюсь спасти тебе жизнь. Так помоги мне. И где он? А если упустил пакет, тебе конец. Возникло небольшое затруднение. Женщина. Девчонки, как всегда. Хватите этого сукиного сына. Поезжай в аэропорт, найди курьера и привези его мне. Все не так просто. Все думают, что у меня есть какой-то пакет. Я всего лишь разрабатываю компьютерные игры. Я не Джейсон Борн. Сюрприз. Что там у нас? Чувак, завтра ты забудешь обо всем этом дерьме. Знаете, чуваки, у меня было ужасное утро.